зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу арочную, шириной 3, длиной 4 метра. На брусе будут две двери распашные и система подвески. А пока приехали, разгрузились, приступаем к монтажу. Теплицу мы поставили, закрепили, все выровняли. Сейчас будем крыть. Да, вот прикрутим еще один прогон и начнем крыть теплицу поликарбонатом. Покроем. Останется двери с форточками и система подвески. Завершился монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу арочную. 3 шириной, 4 длиной. Дверь с форточкой с одной стороны, с другой такая же. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. В середине поставлена арка от фермера для большей жесткости. Покрашено полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Имеются диагональные усилители. Все это дело стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Закреплен к земле якорями. Также имеется система подвески. Две нитки по одной на каждую сторону. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная арочная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.